Шаймерденова. Вот она, Шаймерденова, Гульнур Шаймерденова. А что это за списки, пожалуйста, скажите? Списки я тоже стою. Біз неден алып жатырмыз. Соннан звандап жатыр бізге. Осы спискіде адам. Как я буду уверена, что это из Сона позвонили вам? Почему у некоторых вы запрашиваете вот такие справки, а некоторых вот по таким спискам отправляете? Кому деды? Спискіге беребеулеріңізге болады. Егер соннан қыздар рұқсат беріп, вы же понимаете, я сейчас акт составлю. Так нельзя делать. Мне кажется, по закону жасап жатырмыз. По закону. Где доказательство, что это... Адресная справка с ней, что тіркейміз вместе. Вместе тіркеп қоямыз артына. Артына болмайды. Вы сначала пусть она возьмет. Кетем дегенше шығады, біз сразу тіркеп жастаймыз. Болады ондай. Бізге жаңа... Нет, если вы сейчас их зарегистрируете, я буду писать акт. Давайте телефон. Вот по этим каким-то непонятным спискам регистрируют, делают выборы. Девушки, кто вам сказал, что вот нужно вот так вот без справки можно это голосовать? Можете сказать? Я наблюдатель. Я наблюдатель по закону. Да, я наблюдатель. Хорошо, вы можете не... Я имею право, я наблюдатель. Я сама же, так и там, она, я катрумус. Вот меня выгоняют. Заңды түрде жасаймыз. Бұлардың бәрінің адресін справкасын шығарып жатыр. Ну, они сначала пусть возьмут, потом уже делают регистрацию. Некоторых людей, пенсионеров, вы держите. Молодежь почему-то таким способом по спискам каким-то проходит. Как это? Нет, не все. Вот старики здесь приходят, жалуются, записываются к нам.